выборы в Государственную Думу закончились. Все парламентские фракции начали работу, избрали спикера. Все, то есть Дума функционирует. Никаких разговоров о каких-то пересмотрах невозможно вести, кроме одного пути, который законом прописан. Обращение в суд, и там действительно, если есть какие-то нарушения, суд обязан рассмотреть, принять объективные решения по этим вопросам и соответствующим образом отреагировать. А Дума начала работать. Сейчас мы с вами должны сосредоточить все свое внимание на выборах президента Российской Федерации.